Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики наших каналов. Сегодня с вами снова я, Демастер, также снова еще Пингвин. Салют, ребята! Пони. Всем привет, ребят! Вот, два молчаливых Кавказа. Вот, и, соответственно, этот, кто у нас там? Филаксиш. Но он пока не с нами, потому что у него какие-то проблемы, он их пытается решить. Если он их не сможет решить, к сожалению, значит, что он будет погиб в нашем выживании. Вот, но вы сможете зайти к нему на канал и поддержать его подпиской и лайком. Я считаю, что это будет достойная поддержка, потому что, ну, сами понимаете, парень все-таки не хотел умирать, это все-таки зомби-апокалипсис. Кто знал, что такое вообще может произойти, кто знал, что такое может свершиться, этого никто предсказать никогда не мог. Правильно я понял? Он кричал: «Мама, я не хочу умирать». Правильно, мы ему могилку еще сделаем. Ну, нормально. Похороним. Добрый пингвин попался у нас, наверное, знаете. О. Че рычишь, пингвин? Пингвины так не рычат. Ой, я нашел дома. Да? О, я нашел еще один город, еще дальше. Я расскажу больше, здесь вокруг одни дома, братан, так что не знаю, что ты там нашел. Так все, я пришел на город. Нашел. Другой город нашел? Да, можно. Он еще, по-моему, я не знаю, больше не больше, но сейчас я узнаю. Так, так, сложим, сложим. Я решил отправиться в путешествие. Путешествие? Ну, судя по тому, как ты умирал в прошлой серии, братан. Это может быть, знаете, что Нет, ну тут белое какое-то непонятное сооружение, оно очень длинное. Здесь какой-то шаттл, как будто космический, блин, ну прикольно тут очень. Шаттл космический, пингвин, ты что, в космос решил полететь? Так, смотрите-ка, Блэклоун, ты что, зачем дверь ломаешь, ты можешь ее открыть? А, он застрял в двери, а ты здесь застрял, да, Блэклоун, не можешь сюда пройти? А, ну знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сделаем немного по-читерски, но я думаю, чтобы спасти Блэклоуна, другого варианта просто нет. Все, Блэклоун, теперь ты должен отлагать. Ночью тебе нужно здесь... Не бей его, не бей, он сейчас кровотечение пойдет, он умрет, зачем ты это делаешь? Так, все, у меня сейчас меч сломается, Костян, у него... Дурабилити 5. Ну-ка скинь мне. Ну на. Посмотри, какая волына просто на руках. 150 урона! Да. Давай его оставим на черный день. Вот зря вы ему тратили вообще на самом деле. Нужно было с самого начала оставить на черный день. Так, у меня еды очень много, Костян, дай тебе еды. Еды? На тебе эти там чили. Нет, не кидай на землю, лучше что сделать. Давай сделаем сундук для еды. А, давай. Давайте сделаем сундук для еды. У нас есть уже сундук, вот давай вот я сюда поставлю. И второй. У нас еды всегда. Второй поставь сразу. Так. Погнали, ребята, в новый город, может мы там оружие найдем. Да, найдем, найдем, вооружимся как раз на это. Давай мы сначала распределим весь наш лут, все нормально сделаем по красоте, а потом уже будем это... Вот, смотри, Костян, день пройдет, мы это ночью можем делать. Костян, смотри, вот, вот этот, я аккумулятор нашел, и вот эту фигню тоже нашел. Ну, положи пока смотри, что... Я не знаю, для чего это используется, но, видимо, для чего чего-то грандиозного, но мы сейчас это не узнаем. Да, мы пока до этого не дойдем, мне кажется. Я пока за водой пойду. Так, смотри, у меня есть алкоголь, у меня есть чистый алкоголь. Так, я его сундук с едой, с едой скину, но алкоголь все равно не пейте. Так, короче, я скинул немного еды в сундук. Немножко, буквально. Так что можете брать, ребят, кушать. Так, вот так вот. Ой, сделаем. Тут зомбики! Дошкин кот. А кто им интересно, у нас чистит воду? Нам нужен какой-то, нам нужен какой-то лесоруб, знаешь, который бы соседний дом рубил и деревья добывал. Так, давай я возьму воду, у нас тут же печка где-то есть на первом этаже. Да-да-да, я сейчас чистую воду здесь распределил, смотри, все. В сундуке есть чистая вода. О, что тут зомби? А что ты тут делаешь, братан? Иди отсюда. Да, закрывайте двери, закрывайте двери. Не забывайте закрывать двери, чтобы зомби к нам не заходили. Так, где бандажи? Где бандажи? Срочно, срочно. Бандажи где-то здесь. Срочно. Как же зомби не просто. А я возразился. Возразился, отлично. Так, смотри, братан, смотри. Так, иди вот, садись. Вот, вот, смотри, твои штаны. Шляпа твоя новогодняя, значит, чаек твой сейчас найдем. Ну, я тебе свой отдам. Вот, 4 штуки, на. И... У нас только необработанной воды. Вот, вот воды еще обработанной возьми. Так, еда, да, еда, пони, пони, еда, еда, вот смотри еще. Так, сложи сундук, я взял 8 этих. Возьми чили вот эти дал. Окей, я сложу сундук. Че, может пойти пережарить всю воду? Так надо, 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 пони, надо, понимаешь, надо. А там у нас, смотри, какой балах за стеной стоит. Так давай я возьму меч этот твой крутой и добью его уже. Братан, я думаю, ты не тебе не хватит силы. А где, где он стоит? Он прям за дверью, мы прям за дверью. А там еще и корова пришла, слышишь, пони? Да, корова теперь я видел. Еще и корова есть. Так, блин, печку сломать, блин, перенести бы печку на второй этаж. Ну да, да, второй этаж? А зачем? Так, воду на месте жарить. Я сейчас набираю пустые баночки, я взял где-то 6 или 7. Да, я сломал, да, но корова не добит. Но мы ее вряд ли. Но корова мало хп осталось, нужно какое-нибудь оружие взять. Есть нож, Блэклоун, есть клов? Нож. Блэклоун. Кухонный хотя бы. Рукой не бей, рукой не бей. Блэклоун, есть нож, дай мне нож, дай мне нож, дай мне нож. О, тихо-тихо.
Так, не-не-не, фига ты. Не лезь, не лезь, смотри, как это делается. Показывай, просто... лайфхак, смотришь? Буренка сбушевалась, знаешь. Типа, показывай лайфхак, смотри, вот, видишь? Коровка из кореновки. Блин. Так, ребята, я принес вам. Ой, нет, дойди от прицела от моего, видишь, у нас тут разборки питерские. Прицел? О, я убил, я убил. Хорош, респект. Что в ней? Ой. Куда? Нифига в ней вода, в ней ткань, нифига я там набрал. Так, я вниз спустился. Короче, а слышите, монстров убивать выгодно, у них вода, ткань, все такое. Тут вот, тут две печки пингвин, иди поставь воду переплавляться. Можно плиты поставить, можно плиты ставить, можно эти ставить. Все что угодно из дерева ставь просто и все. Можно заборик, вот я сейчас заборики поломаю, поставим заборики. Понял. Так, я спускаюсь где-то вниз, я не знаю. Полублоки можно, пингвин, лестницы, ой, это корова, Костя. А вот двери-то можно с собой закрывать, чтобы корова не выпадали сюда? Да она снизу пришла. А, ты решил открыть двери, класс. Дай мне воды, я ее переплавлю. Боже, пингвин, ну почему ты двери не закрываешь-то, ну ё-моё. Так она была открыта, камон. Она была открыта, потому что ты там прошел. Нет, а кто? Я вниз спустился там к пони. Но? Не, у меня двери закрыты. Понимаешь, а ты вниз спустился, а потом вверх обратно поднялся, а ты вниз спускался, кто двери то открывал? Ты. Ребят, я не боюсь, что-то выходить, у меня тут зомби стоит. Ой, сейчас умру, короче, чуваки, забейте. Тут открывали дверей. Давай, коровка, вылазь ко мне. Я сдох. Так. Сейчас мы здесь все и поляжем, походу. Нужно найти нового. Почему тут зомби? Ну, потому что да почему тут зомби у нас бегает? Ну, накидали, напускали. О, там еще и корова. Ну я вытолкнул корову. Хорош, давай, ко мне, спасибо. Я умру от них, короче. Пошла ну, вон нафиг. Отсюда. О, нет, 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 корова меня скинула. Иди отсюда. Нет. Так, не повезло, пони, не повезло. Не фартануло, братан, не повезло. Так, скину нет, я вещи в одно место и приду с суицидной, чтобы... А, я к суицидной, я же здесь пони, там два зомбика, смотри, они... Пони! Да ты две двери открыл! Четыре зомбика, ты что гонишь, пони, что ты сделал? Ну что, еще больше зомбарей сюда закинули? Да как они снизу там появляются? Давайте за мной, быстренько. Все, я двоих вывел. Так, все, я закрыл дверь. Жесть, понял. У нас их очень много в доме, очень много. Так, ух. Здесь двери тоже надо закрыть. А, здесь тоже двери были открыты, ну понятно, кто зомби. Кто-то мне возвращается, знаешь, пони, знаешь, кто-то шутил, вот помнишь, мы с тобой были на вечеринке, там тут один парень шутил, походу он был прав, как бы, какие-то пингвины, походу, не учатся. А, да? Ну, чувак, ну ты реально, кроме тебя, больше никто не мог пройти, оставить дверь открытой, потому что блоклон тупо афкашит. Вот, вот там вот, где пони, вот где спуск вниз, вот там было два зомбика. Здесь я открыл, окей, здесь я открыл. Здесь, а ну, вот через те двери я вывел так двух зомби, валяется? Ты видел? Там моя шапка валяется. У тебя шапка. Так, блин, там вообще много, там внизу я поставил печки, нужно теперь сплавить как-нибудь. Блоклон тут убивает, а Блоклон жажду умирает. Был АФКшил, решил жажду умереть. Блоклон, ты решил дождаться ночи, да решил умереть. Быстрее возьми воду какую-нибудь, а. Просто красавчик, чувак, реально. Ну и он думал, что в этой игре можно стать тупо на месте АФКшить и не умереть, понимаете? Ну это была ошибка. Но он решил, не знаю, в нирвану просто уйти. Да. Помедитировать немного. Помедитировал. На этой игре вообще нельзя ничего делать, АФКшить нельзя, вообще ничего нельзя. Вот ну пингвин, ну какого фига, ну опять дверь открыта, ты издеваешься? Так тут же свободный переход. О боже. Боже. Погнали в новый город. Тут же свободный переход, я все понял, пингвин. Ладно, погнали. У меня как. Что ты делаешь? У меня как в фильме все двигается. Я добываю на блоки. Давай. Ладно, давай добудем блоки. Переждем вот эту ночь и пойдем уже в другой город. Нужно очень много полублоков добыть, правда. Ну вот я лестницами чувствую чуть-чуть, как построимся. Ну лестницами, да, полублоками, чем угодно. Шкафами вот этими, смотри, понял. Их, наверное, тоже можно забирать. А у меня еще какие-то фреймы. Вот эти фреймы тоже можно добавить, которые в полу, видишь? Вот эти, которые в полу? Вот. Да, да, в полу фреймы. Какие в полу? Фреймы имею в виду вот эти, которые с дырочками, блоки. Понимаешь? Видишь вот эти? Да, вот я их ломаю. Ну они долго ломаются, но можно их добывать тоже. Но они как дверь закрыта ломаются, боже, как же долго. Но все равно блоки здесь в игре вообще ценны, мне кажется. Да. Вообще ценность представляет, вес имеет, как говорится. Вес-то имеет, братан, вес-то имеет, это понятное дело. Я вот не понимаю, просто почему вот мобы быстрее меня бегают? Потому что у тебя усталость. Что это за напасть? Да нет, я не понимаю, ты знаешь, так говоришь, как будто... Как тебе объяснить? Я даже не знаю, какую аналогию провести. Ну, в смысле, а почему? Ну, в смысле, почему быстрее бегают? В любом Майнкрафте никакие мобы меня не могут догнать, если я буду на ускорении, правильно? Так это не Майнкрафт. Это не Майнкрафт. А, ну да, тут апокалипсис, я перепутал.
Ну ты пингвин, конечно, чуть-чуть этот. Так, я нашел. Не выспался, я бы сказал, да, понял? Не выспался. Буквально чуть-чуть. Ни с кем не бывает. Не выспался. Так, я шапку. У меня инфекция до сих пор. У вас инфекция тоже висит, да? Нет, я у меня инфекция вторая висит. Бывает, братан, бывает, бывает, бывает. А как, а может я реально попробую бандажами? Попа спим ночью? Не, бандажами похер. Снизу вообще супер, новые собаки пошли, ребят, супер бешеные собаки. Уже, видимо, вот, бандаж уже. А то была у нас одна горилла там в первой серии. Не, не помогла, мне не помогла. Я тебе говорю, что не поможет, ну бандаж против кровотечения, ну камон, ребят, ну вы что, издеваетесь надо мной, что? Ну, вдруг, вдруг. Ой-ой-ой, вдруг, вдруг, я сейчас, кажется, откину, вдруг. Ой, нет, зачем я сюда полез? Нет, лучше зайду обратно. Тут ночью слишком опасно. Не стреляй, блин, лучник. Кровотечение началось. Вы бы это... Ой, класс, кровотечение началось. Вы бы видели цирк-парад просто за дверью за нашей, господи боже. Я умер. Первый раз, наверное, за долгое время я погиб. Погиб. И заспавнился в каком-то левом доме, пацаны. В котором я случайно поспал, когда мне пингвин сказал, давайте все ляжем, поспим. Я что-то думал, ну адекватный совет, реально, давайте ляжем, поспим. Да, адекватный совет. А почему мы всем не можем лечь? Ой, пингвин, блин, я не знаю, ты это... Я лег, ты, я знаешь, лег. С каждой... О, давай, давай, с каждой давай, серии давай. Ты все падаешь и падаешь, пингвин, в эту бездну, знаешь, в моих глазах. Я упал сейчас. Пингвин просто это... Ну я лег, что вы там хотели? Я тоже лежу. А я уже не могу лечь, все, монстры, ну сейчас в другую комнату иду, там лягу. Я сейчас умру, моба в отведу. Не, я не могу, и все, у меня этот... И в другой дом. В другой дом, я не могу в какой другой дом. Да ладно, ладно, запи, запи. Я говорю, это глупая идея, потому что куча мобов вокруг, как может, мы все втроем никогда в жизни не ляжем. А если бы, ну знаешь, лежание в кровати восстанавливало бы энергию, это было бы логично, мне кажется. Ну да, типа ты отдыхаешь, только чилишь. Mm-hmm. Так на этой башне, кстати говоря, я не был наверху. Мне кажется, там на серой башне мы были, братан, ты что забыл? На самом верху? На самом верху нет, вроде. Ну какая разница? Ну я хочу на самый верх. Потому что, мне кажется, там есть что-то интересное. О, один Демастер, я тебя вижу. Я чувствую, там скоро собака сможет выбежать из нашего зоопарка. Демастер, тебе помочь сюда перебраться? Ребят, домой не идите. Демастер, тебе зомби идет. А я ты её заракил просто. Бегу от этого монстра. Я понял, я в свою сторону бегу или нет? Да, у нас собака, братан, лучше к нам домой не идти. А, то есть... Так, ты... Он разогрен на меня, ты плюс... А, а пингвин опять сторону. Кого-то пустил в дом, да? Он в прошлый раз собаку пустил. Да, она перепрыгнула дверь. Как бы это странно не звучало, но она так и есть. Братан, ну в прошлый раз она тоже перепрыгнула твою дверь. Почему ты постоянно этих животных там опускаешь? Тебе что, не имется что ли? Так сильно собачку хочешь, пингвин? Братья. Пингвин, да, реально хочет сильно собачку, он там уже кошку сварывает. Ой, я церковь нашел. Понял, ты видел церковь? Да, вот у нас собакин там стоит. Злой такой, рычит. Я говорю, церковь видел? Церковь, да, я видел. Лутал ее? А, пингвин говорит, что он ее лутал. А, да, ну да, зачем здесь? Церковь я лутал, там вообще по факту сундуков нет, там только маленькие эти. Мусорки. Мусорки, да. А крышу церкви лутал? О, понял, здорово. Что с тобой, здорово. С тобой все нормально? Ты, по-моему, лежа быстрее передвигаешься, мне кажется, нет? Мне тоже правда про это казалось, что. Но у меня инфекция вторая, так как ты летал, себе? Черт возьми, церковь, если я здесь нашел, как скрафтить байк. Да? Да. Вот я тоже думал, надо было пойти в церковь. Подожди, ну, разноцветная? Да, да, потому что с первого этажа зовут, а на второй этаж попаркурить он не смог, видимо. Я такой думаю, а ладно, и так сойдет, да? Блин, ну пингвин! Че такое? Пингвин, ну ты, конечно, руинер. Мне прям интересно, я побежал в церковь. Я уже забрал по дороге. Он да просто по дороге побежал, сейчас умрёт. Он впустил собачку к нам домой. Короче, вот. И побежал другие дома зомби пускать. Ну, чувак, я, как я куда я спрячу этот бук, если я сейчас сдохну здесь? Я к тебе сейчас прибегу. Я уже из церкви ушёл. Вижу. Зомбик. Шерсть может добывать, слышишь? Как обычно. Зомби меня начал фигачить и сломал под одной лианы, по которой я пытался подняться, прикинь. Да какого фига он сломает лианы? Все, я сейчас умру. Все, минус рецептбук с байком. Ну, а... Так, я вышел из церкви, а ты где? Ой, все, забей, я уже сдох. Так, Костян, тут можешь шерсть обычную добывать, как обычный блок. Ну, да. Я еще нашел клетку яиц. Ой, этот. А, ну я нашел то место, где я умер, в принципе. Сейчас попробую забрать вещи. Забирай, тащи домой. Все нам надо. Правда, книжку я что-то не могу больше найти. Видимо, мы ее потеряли. С мини-байком. Нет. Ведь ты ее уже изучил. Ну а? Я ее изучил, но типа. О, нет, 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 нет.
Там сам крафт не был показан, если тебе интересно. Да? Палка. Так. Надо добыть блоки шерсти. Блоки шерсти можно добывать просто обычные блоки шерсти. Так, поднимаюсь тут. Где наш дом? Все, я вижу вход в наш дом. А в наш дом можно зайти? Там безопасно? Да, да, да. Нет, да, нет. Там нет, собака. Я там был только что. Там никого нет. Я только что зашел там из одной комнаты в другую. Ты быстрее. Сюда дом. Лестница, оказывается, есть наверх. Буду знать. Кошкин кот. Ну это жесткие я выживания, чуваки. Unreal. Просто выживания какие-то. Так, я хочу спуститься на заправку. Мне кажется, там никто-то не лутался. Потому что там лежит труп какой-то чей-то. Угу. Надо подождать, пока наступит день, и туда забежать на пастичах. Вот видишь, да, мастер, вот эта красная крыша, которая желтая крыша. Какая желтая крыша, да. Вот это. Вот здесь можно добыть шерсть. У меня уже 10 блоков есть. Угу. Надо всю шерсть разобрать. Круто. Нам бы вернуться в самый первый наш дом, забрать туда все рецептбуки и принести их сюда. Ну да, надо бы этот дом укрепить дверьми, знаешь, обычными. Всем укрепить. Прям вокруг. Ой. Может, знаешь, а тут свечек надо. Костян, мне кажется, смотри, из досок. А где у нас есть доски вообще? А можно сделать вот эти палочки. Угу. Energy pole. Вот это. А их нельзя как-то... Ой, сейчас у тебя вылетит, когда ты ее сломаешь, братан, поздравляю. Да? Да. Зачем ты ее сделал, братан? А я же не знал. Ну, я ее сломал, как раз таки, у меня вылетело. У нас сервер вылетел туда, помнишь? Я понял. Офигеть, боже. Ладно. У нас это будет нашим тотемом, идолом. Угу. Отличный тотем. Дома стоит, брат. Что еще можно скрасить из дерева? Так, плита, палки. Интересно, если алкоголь убить, что будет? На одну банку убил алкоголь, ну-ка. Если сделать вот так вот. О, нифига себе. Алкоголь какой-то у меня добавился. И, ну, инфекция как была, так и осталась. У тебя тоже инфекция? Да, у меня тоже инфекция. Ну инфекция, что поделать? Что взрывает в нашем доме, слышишь? Это я снизу все. Пингвин взрывает. Пингвин подрывник. Два крипера у нас снизу, я защищаю территорию. Так, мне вот кровать сломать на самом деле. Что будет, что вы респавниться перестанетесь и будете на меня ругаться. Я вот на одной из вот этих кроватей. Типа. Я просто хочу поспать, а там зомби стоит. Вы видите этого зомби, что я поспал здесь? Вон, поспи в этой комнате. Я не могу спать, там не спится. Напишется, что рядом зомби. О, поспался, я раз поспалось. Ну все. Все, теперь я буду здесь спавниться. Просто сейчас хочу реально бегать, тупо уводить мобов, умирать, чтобы хоть освободить это место. Сейчас на тех делаем. А оно все равно тут все заспавнится людьми, какая разница. Кем заспавнится? А этими зомби. Надо перекрыть это же так с дверьми, чтобы они не спавнились еще. Так, короче, я сундук шмотки свои сложил и пошел в этот. Мне кажется, надо все осветить. Да, ну как? А у нас факела не горят же. А можно же засунуть доску в печку. Пацаны, Майнкрафт вспоминаем? Ага. И бревно, нужно бревно. Бревно есть у нас? А что у нас в центре такое? Не, да, братан, сломаю, сервак вылетит. Пони, как ты мог такое построить, убожество? Да, понял, во всем виноват. Билдер тоже наш. Я? Вон, у нас есть доски. Меня... Ай, собака на это... А, мы же можем крафтить костер, чуваки, вы в курсе, что можем крафтить костер? Да, из камней, я понял. Так нам нужны камни, пингвин, за камнями быстрее. О, сур! Подожди, так мы в новый город пойдем или нет? Там столько лута, что пипец. Новый город, уверен, что? Ну пойдем в новый город сюда. Да туда идти одна минута, ну типа ладно. Все, окей, я скину все шмотки, возьму сейчас свои еды. Воды. Возьму вещей своих. Ага, так, меня тут... Собакены убивают. Так, все, я готов идти в новый город, пингвин, если интересно. Готов? Ты воды взял себе? Я... Нет, только что сказал, беру свои еды и воды, пингвин, не взял, да, вот как ты тогда дался? Окей, хорошо, я беру себе 16 обычный. Нет, плохой, короче, воды. Еды у меня, конечно, нет, есть что? Воду берешь. Ну, а что, какая разница, дизентерия, так дизентерия. Ха. Ага, зато ты... Погнали. Только ты дверь закрой обязательно. Нормально бегать. Поеди меня сейчас, я тоже. Стойте, я сейчас умру. Боже, день начался. Пони, быстрее умирай. Сейчас я вот... Тут обычные свиньи, чё? Обычные свиньи тоже да, есть. Да, тоже Пингвин, есть. Давай, взрывай. Или чё, не будем? Чё? Не взорвался, я хочу зомби. Да, я умер. Сейчас возьму еды, воды. Быстрее. Не спускайся через двери и закроем, чтобы Пингвин за собой решил не закрывать, походу. Так, в смысле, ты же последний вышел, я первый спустился. Ну, значит, я забыл закрыть.
Возможно, так, я забыл закрыть, да. Вот сейчас окей, я сейчас не помню, может быть, я последний выходил. Это как так, с теми дверями, помнишь? Камни, камни собирайте, камни по пути собирайте, кстати, потому что камни нужны для крафта. Хорошо. Когда пингвин-то ушел, мы узнаем, куда идти. Вот через речку, ну просто выходишь и по прямой, обходишь эту многоэтажечку, я тут добываю. Ты же видел, где речка. Да, все, пингвин, ты идешь? Вот. Не прыгай, лучше просто ходите пешком, чтобы не прыгать, чтобы не тратить эту еду и все остальное. И энергию. Да, энергию. Все, время есть, как говорится. Время есть, можно поесть, можно отправиться в новый город, новые исследования, новый путь, новая мечта. А особенно мне тоже не сакрился. Ну так вот, берите этот камни по пути добывать, потому что камней у нас реально очень мало. Да, у меня уже два камня. И у меня один. Видите, тут есть типа дорога такая, да? Ну да, я же по дороге идешь и все. Я ее решил обойти. О, еда. Ничего, все нормально. Можно? Каньон, нифига. А можно кукурузу сажать? А что в каньоне есть какие-то можно? Странные руды? Нифига, что-то странное в каньоне прям творится. Уголь есть, чуваки, но надо как-то кирку надо скрафтить, чуваки, нужно... Да, блин, тут мне кажется, без дерева кирку нельзя деревянно скрафтить. А, кстати, может здесь реально деревянную кирку скрафтить? Просто вы не пробовали? Может быть. А у нас же дерева нет, по факту. У меня 6 дерева, это доски. Да тут корова обычно. Да, а можно сажать кукурузу? В смысле, просто по прямой идите. Мы потеряли код. Вот, дымасик сзади, кукурузу можно, сзади, да, кукурузу можно. У меня уже 100 кукурузы есть, где, я могу вам подать. Че там, где ты? Вот тут вот я. Где пони побежал? Налево. Вот. Сказал минуту до города бежать, мы уже 2 минуты бежим. Вы 2 минуты, вы просто стоите там, я не знаю, что-то собираете. Все, я пони, не знаю, я стою, жду. Сейчас бы не лутаться, пингвин, да? Да какая разница, тут... По факту лут вообще не поля. Пойдем. А там вообще, целый город, который с белым. Пойдем. Тут тыквы нашел. Пойдем. Да, блин, тыквы нашел. Пойдем в город, все, в город идем. Ладно, я сейчас заберу эти... Бегу, пацаны. Где город, пингвин, ты чё? Он по прямой, вот. Видишь, вот гора впереди. Не вижу, сделай его больше рендера дистанции на 12. Фига себе, тут реально идти минут 3 просто. Пингвин говорит, минут... Почему мы слушаем пингвина, пони, вообще? Почему мы пингвина слушаем? Скажи мне, пожалуйста. А мы потом назад вернемся, надеюсь? Нет. Ну вон, смотри, уже прорисовываются. Я не знаю, вы реально медленно бегаете? Может быть, что у меня усталость? А вот я вижу город, да. Только это, смотри, это одна многоэтажка, а потом там реально какой-то, типа, ангар длинный белый. Я, правда, не лутал, я только облутал. Вон, видишь, там есть какой-то купол. А ты обратно сможешь вернуться потом, пингвин? Да, ну по прямой, а че нет-то? Ладно. Тут же тупо по прямой, по факту. Сейчас пингвин нас с 3 соснам забудет просто. Я говорю, это, если мы отсюда не выберемся, пони, то это последний раз, когда мы слушаем пингвина, хорошо? Заправку я облутал уже, поэтому... На заправке блоков очень много, вот, надо забрать. Вот, да, вот тут я умер, видите? Тут даже блоки не исчезли, я умер, ого-го, когда. Ну, видите? Тут же не прогружено, братан, ты как в Майнкрафт вообще? Да, ты в Майнкрафт не шаришь, пингвин. Заправку... Тут можно залезть заправку. Давайте блоки, внутри... А, забирал эти штуки, да, шипы-то забираю, залутал он заправку, смотри. Нет, я внутрь не заходил, я умер тут, я только машина облутался. Бандажки, ну я внутрь зашел уже. Да, вот там лутайся. Я предлагаю сразу, может, в белую пойдем, а потом еще в заправке можно оставлять. Нет, если мы умрем, то как бы оно все тут останется. Так, забираю. Так, ладно, пойду. Погнали, вот белое здание. А ты забрал? Да, забрал шипы эти, пингвин, вторые? Шипы, да, одни забрал, вторые, но долго же ломаются. А, ну куда идем? Мне кажется, вот это... О, прям... обсерватория, вот это обсерватория, пингвин, называется. Это что, не ангар? А-а-а, вот оно что. Да. Ну как бы я просто так, видел, я в церкви, ребят, и... я уже в церкви. Да, может, в обсерваторию лучше пони с нами? Сейчас я в церкви. Офигеть, здесь нормально можно защищаться. Тут радио есть. О, я включил радио. Пингвин, подойди сюда, слушай радио. Где ты? Офигеть. Давай, я заберу его, заберу его. Поднимайся наверх. Хорошо, я поднимаюсь наверх. Да. Я забрал так, радио. Так, я нашел гайд с пистолетом опять. Гайд с пистолетом? Он у меня почему-то не открывается. Ну все. Да сейчас я к вам иду в обсерваторию. Да по факту тут только один блок, типа, из которого... Обсерватория вообще идеально, слышишь, здесь такие стены, короче, ровные, да, и вот сверху из верстаков построить полом, и здесь можно реально жить. Краплит, скраб айрон нашел. Вон, смотри, вон нам на этаж чуть ниже спуститься, и там есть блок, смотри, вот сюда. Я наверх хочу подняться. Вот тут. А там ничего нет, по факту. Ну, мне так кажется. Хм. О, клотч нашел. Так, тут дверь, но я думаю, мы... Костян, смотри. Там прикольно. Ты бы шерсть так просто не тратил, пони. Да там целая куча шерсти. На заправках. Ну да, на заправках ты не так мог. Лучше эту шерсть использовать с умом. С умом? Да. Ты что, на церковь запрыгиваешь? Вот тут какая-то штучка, смотри. Рюкзак. Смотри, не, ломай. Хорошую ломай, воду нашел. Тут пусто, а его можно взять с собой? Пробуй. Это амы на блин, цех. Да хватит. Ой, мне... Извини. Ты сам лезешь под удар, я специально останавливаюсь. Извини. Подходишь, я начинаешь бить, да понял, что с тобой не так?
Дэшка, я сломал... это самолет! О! Это самолет! Слышь, я сломал эту штуку! Я сказал, что это шаттл! Какой ш... Боже, почему... Ну я же не видел его! Почему мы с ним общаемся? Я не могу поднять, Боня, помоги, пожалуйста! Так, я в самолете, я в самолете! Какой шаттл, братан? Шаттл и самолет — это разные вещи. Я говорю, что это ровно самолет, но это чистый самолет. Я железные двери нашел, дюбнутые! Железные двери! Я тоже нашел железные двери! Бери! Подобрал! О, реально есть в церкви второй этаж. Офигеть. Блин, как долго паутинка ломается. Она мечом же ломается. А я еще железные двери нашел, что подобрал. Я тоже железные двери. А как мы их открываем? Ну, а, кнопки забираем, кнопки забираем, кнопки забираем. Кнопки ну убивай, да, все окей. Кнопки убивай, которые видишь. Сейчас. Я второй этаж самолета поднимусь. Так, я тут печку нашел. Этажный был, прикинь. А так эти железные двери можем открывать по факту этими кнопками. Офигеть, тут знаете сколько вот этих этих лампы может, слышь, Костян, может лампу взять? Я лампу забираю, освещение нам будет как раз. Окей. Труба. Короче, здесь знаешь что, здесь куча рычагов и куча кнопок в этой, в центральной комнате. Зачем ты зашел сюда, как мне открыть дверь? Вот так. Все, иди пока болтай, что там снизу смотрят, я это залутаю, не парься. Так, окей. Лампу ты взял, но она, мне нужно будет электричество провести, ты понимаешь же это все дело? Ну, а тут редстоун блоки есть. Редстоун блоки? Да, да, я поршень тоже заберу. Короче, о, редстоун лампу, я тоже редстоун лампу нашел, забрал ее. А мы же сможем рычага просто ее заезжать. Да, ну да, лол. О, так мы же сможем осветить какое-нибудь здание, где мы будем жить, да? Да, просто выделим здание, осветим просто его и все, и к нам там никто не будет спауниться. Будет да, все, да, чики-пуки. Да, да, но редстоун лампы больше смотреть, мне кажется, их нужно искать, слышишь? Да, а редстоун блок мы не возьмем, да, никак? Да, никак. Вот тут. Да тут дофига этих ламп, Костян. Забирай. Как же долго дверь ломается, это просто. Не, понял, ну что вы сейчас, получается, такую штуку нашли, которая нам поможет выживать вообще в дальнейшем очень долго. Потому что освещение территории — это самое приоритетное в Майнкрафте, чтобы мобы не спавнились. Если мы осветим всю территорию вокруг еще, да, дополнительно, мобы-то не смогут же лампы сломать, если мы их повесим в воздухе, правильно? Ну да. То есть, соответственно, они не будут спавниться, и нам будет вообще... Да, ими... Если они перед ними будут стоять, они им мешать не будут, то они их не будут ломать, они же не too much умные. Да. Не слишком умны. Так, тут медкит. Унитаз с бумагой. Ну, чувака залутал? Чувака я его не хочу трогать, братан. Ну-ка, выйди, я его потрогаю. Давай. Осторожно, кот. Да, не стоило. Разбудил молодого человека. Да, чё, погнали его сюда налево? А ну, так, давай. Уходи. О, можно попаркурить по листве. Ты выйдешь или чё, я дверь открываю, понял. Так, я спрыгнул. Глобус. Шаттл. Космический корабль. Пингвин. Ровный тяж. Пингвин, да что ж такое? Это такой смешной пингвин, реально. Это хороший друг пингвин. Что? Костян, я нашел этот, как его, железный, как его, ключ. Железный ключ? Да ладно, гонишь. В рейндж, типа, у него атака, 10 атак дэмэдж. 10? На что ты говоришь, что? 10. Ну хотя бы, блин, что-то. Хотя бы что-то. А вы в моем доме? Я был на первом этаже, парни. В твоем доме? Поднимайтесь наверх через улицу. О, смотри, смотри, у меня сзади ключ, Костян, на спине. Че, вы заприватизировал? Что, думаешь, что дверь открыть? Понял. Хочешь, я научу? А, нет. А че у меня не ломается она? Не знаю, давай я ее сломаю тогда. А, о, все, она очень долго ломается. Может, ты блоком шерсти ее бьешь, наверное? Да не знаю. А, не, она вроде... А, не, она так же ломается, как и ломается. Я просто отвык уже. Парни, нет, слышите, может, мы будем возвращаться домой или что? Да. А что делать-то? Зачем? Да мы останемся. Тут... Ну да. На первое время тут, потом просто шмотки с разных городов. В разных городах сделаем какие-то точки, типа баз, да? В них будем складировать. Да, просто временные шмотки. Тогда поднимайтесь ко мне на третий этаж, или так давайте все, пойдем выше. Я поднялся на второй этаж. А ты куда? Я уже, слышишь, понял, я уже на другом этаже, но я наверх поднялся. Тут через так окно поляном наверх. Не, я не поляном поднялся. Не-не-не, на третий этаж, в смысле. Я на самом... Так, я на крышу уже залез. У меня 4 двери. На крыше обычно такие два сундуки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Уйди, микрозомбич! Отойди от меня. Все, уф. Уф. Уф, блин, я, он на меня не видел, я такой молчал, знаешь, типа. Молчи, меня никто не палит. Ну нет, я он все-таки спалил. Уф. А уф. Опять добывает дверь, ну просто нечто. Ну просто нечто. Я думал, мы можем на крыше заночевать. Не, на крыше типа, слишком опасно, мне кажется. Я нашел кухню. Там же не смог залезть, пацаны. На кухню нашел. Что у нас есть на кухне, сейчас вам скажу. Прогнившая говядина, нормально.
О, вкусненько. Пожарить. А можешь же говядину жарить, нет? Нет. Гнилую, по факту. Нет, нельзя, Пингвин. Нашел, нашел еще воды, не знаю, я сегодня... Это у меня вот все висит с водой в этом выживании, реально, тупо воды, воды дофига нахожу постоянно. Костян, я нашел точно такую же комнату, как там, со спальным мешком и с Колей. Но чуть ниже, чем я, да, получается? Да, вот прям точно а такая же комната. А этот дом просто сгенерировался идентично, получается. Да, точно так же, точно так же. Ой, тихо тут двери. Тут также кровавые Коля, как тогда были. Да, ну все, 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 круто. О, я на кухне лоу. Да, я на кухне был уже, на кухне был. Так, смотри, так, вот давай это кровавый Коля заберешь, пони? У меня места уже нет. Я же спущу тебе, у меня удобный спуск. Смотри, вот этот удобный спуск, лол, пони, ты бы видел. А. Ты можешь... Пони, а что это за лоб? Кровавый Коля. Кровавый Коля. О, я здесь спуск, я здесь сплю. Знаете что, давайте в этой комнате останемся втроем, поспим на этом спальнике и уже закончим эту серию, что думаете? Подожди, ну, дай давай. Я спущусь к тебе. Ну, в городе. Можно. Спускайся. А кстати, слышите, ребята, кровавый... вот вы говорите то, что не отдыхаешь, когда спишь. Смотрите, я полежал, и у меня, когда я лежу, очень быстро энергия заполняется, которая фиолетовая, да. Просто нужно долго лежать, нужно долго, чем дольше лежишь, тем быстрее заполняется. Она когда лежишь, ну, не кстати, заполняется, да. А когда встаешь, сразу же бах, сразу же куча ее становится. Вот встань, пингвин, дай пони полежать. Она туда-сюда? Оп, я встал. Ну чуть-чуть так прибавилось. Просто приватизатор, знаешь, решил полежать. Так, и сколько у тебя энергии, Костян? Я... Да ладно, не стыдись, сейчас ты здесь исполнишься. Собирай свой лут. Черт, я... Ты, ну ты, у тебя кровотечение пошло, у тебя же бандажка была, почему ты ее не воспользовался? Забирай весь свой лут. Закройте дверь сюда, там, вот так вот. Там хавчик надо забрать. Сломай не шипи. Ну все, дорогие друзья, я предлагаю, что... Слышь, пойми, здесь надо сундук точно поставить, здесь сейчас лут исчезнет. Давай сундук поставим, пингвиновские шмотки скидаем, здесь еще шмотки. Я сейчас дверь доломаю, я согласен. Что-то я уже слишком ее... Не хочу по новому ломать. Так, давайте скидываемся, это все. Так, чуваки, давайте тогда продолжим в следующей серии. Я что предлагаю, да, потому что у нас уже и так 30 минут на серии получилось, в принципе, да? Вот, ну что ж, увидимся с вами в следующем серии. Сегодня с вами будет только пони, пингвин и, значит, получается, я, да, мастер. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ссылочки будут в описании. Также будут ссылочки в описании на других участников этого 7 Days to Mine. Но, как видите, они сегодня телешоу не могут, к сожалению, да, не могут. Вот, у них там какие-то проблемы, баги, лаги и так далее. FPS на них хватает, Ладно. На этом мы с вами прощаемся. С вами будет Демастер Пингвин Пони. Всем удачи и всем пока-пока. Пока, ребят.